Она случайно не за стеклом сидит там? Да. Реально? Бровь не надо тебе дорисовывать? Нет. Точно? Я хочу купаться. Закапай, чтобы потом не мучиться на уроке сидеть. Я сделала пиццу, ребята. Марфушенька, душенька. Мы теперь очень часто играем в Adopt Me. Это мой дом. Доброе утро. Привет. Ребят, у нас сейчас 7 часов утра. Угадайте, почему мы так рано встали? Наверное, заметили, да, что висят рюкзаки. Девчонки сегодня первый день идут в школу после карантина. Да, у нас школа началась. Вот так. Отдохнули. Теперь в школу. Привыкли, да? То, что спать можно, сколько хочешь. А тут теперь все, в 7 часов вставать. Карлинечка проснулась. Доброе утро. Все сонные такие. Ну, Ксюша-то, ладно, Ксюша вставала часто, да, рано утром, когда у нее уроки были утром. Сегодня у кого 2 раза? У меня. У тебя? Угу. У Каролины нет? У нее завтра. Завтра. Кушать сейчас тебе надо дать. Бонь, кушать хочешь? Не хочу. Кто придумал идти в школу? Кто придумал идти в школу? Не знаю, кто придумал идти в школу. Но в школу ходить надо. Вообще-то, хотя я думала, что у вас уже до конца учебного года вы будете дома учиться. Но... Так захотели, чтобы вы пришли. Пошли в школу. Почему? Ну вот, сейчас придешь в школу и спросишь, скажи, почему вы нас опять в школу вызываете? Ну тогда сейчас закапай, чтобы потом не мучиться на уроке сидеть. Дышать нормально. Бедные замерзли дети. Все? Курточку надо будет надевать. Пойдем. Какую курточку наденешь? Мадам. У тебя еще есть время заправить постель, пожалуйста. Хорошо? Давай, давай. Раз, два, три. Что она делает? Играет свечку. Ну почему ты такая кусака? Кусачка. Собака кусака. Ау. Не надо кусака. Ау. Собака, ты кусака. Я тебя сильно люблю. Бровь не надо тебе дорисовывать? Нет. Точно? Угу. Она уже немножечко обрастает. И что самое интересное, вчера оказалось, что у девчонок нет курток весенних, осенних. Представляете, у них только зимние, а все остальные им маленькие. И мы такие вчера, о, что делать? Где куртки? Маргарита сегодня пойдет в моей куртке. В какой? Вон в той. Да, Маргарита пойдет в моей куртке, а Ксюша пойдет в куртке Маргариты. Поедет? Пойдет, я говорю. Все, готовы? Не хочу. Я хочу купаться. Давай, иди купайся. Так, пожалуйста, за ручку ее через дорогу, хорошо? Давай, давай. Пока. Пока. Ну что, ребят, девчонки ушли. Теперь мы одни. Да. А Макс спит еще. А Макс спит? Кушать будешь? Сейчас покормлю собаку. И буду, наверное, Макса будить уже. Вон они пошли. Дружно вместе. Рассказывай, как в школе дела. Не холодно? Вы, значит, можете с одноклассниками стоять близко, да, с ними общаться, там, не знаю, играть. А к учителю подходить нельзя. Да? Интересно. Они себя, значит, защищают, а вас не защищают от вируса. Странные какие-то. Чего 2 раза звонишь?
Здравствуйте, девочки. Красавицы. Это кто делал? Каролина? Я. Молодец, сердечки, звездочка такая красивая. Вау. Как дела? Все хорошо? У тебя как? Ты упала? А что, где она упала? Ну-ка, повернись, а мокрая, что ли? Где ты упала? Иди, переодевайся. Где? Подскользнулась, что ли? Да. Рассказывай. Все одноклассники были в школе? Да. Что делали? Тоже к учителю, да, подходить нельзя? Но... Ксюша говорит, ой. Учительница, это у нее такая штука. Какая? Она случайно не за стеклом сидит там? Да, за стеклом. Реально? Да. Там... Она в коробке сидит такой стеклянной, да, наверное? Она просто стекло, вот так вот стекло. И потом, и там внизу, там нужно, надо отдавать это то, что мы хотим ей показать. Обалдеть. А вы все сидите нормально на близком расстоянии, ничего не это, да? А у вас защиты, почему? Я не понимаю, почему вас никак ничем не защищают. Неважно, да, ребенок заболеет, ну и ладно. Никто не болеет у вас в классе, все в школу пришли. Да? Хорошо. Потом пришла учительница, забрала всех первых и вторых классников, они уже зашли. А потом, когда прозвенело, мы все зашли. А потом на паузе нам нужно было еще 15 минут подождать. Так на паузе вы все вместе выходите, да, сидите? Все вместе, а когда мы заходим... По очереди, да? Да. Пока. Ребята, мы опять недавно начали играть в Roblox. Мы теперь... Очень часто играем в Adopt Me. Мы даже покупаем. То есть мы делаем наш дом. Я купила себе новый дом. Он очень большой. Вот. Это мой дом. Вот. Я его только сегодня купила. Только сейчас. Вот. Это, по-моему, кухня. А, нет, это не кухня. Это туалет. А тут это спальня. Комната. А у Ксюши все еще старый этот маленький замый домик. Ну, она тоже хочет купить тот же самый дом. А сейчас мне нужно дальше играть, зарабатывать деньги. И потом буду покупать мебель. Пить будете? Да. Да? Стаканчики дать? Каролинечка, неси стакан. Так, ты приглашать будешь одноклассников на день рождения? Не знаю. Кого мне приглашать? Не знаю. Ветер дует. А Бойка выбежала. Ах ты какая хитрая. Не успела я оглянуться, как она уже на улицу выбежала. Это вчера девчонки плескались. Дети. И я оставила посушиться. Нужно теперь собрать. Единорог. Бонь. Ветерочек у нас такой. Дождик. Бонни. Я сделала пиццу, ребята. Сейчас, то есть она готова, и сейчас мне ее нужно доставать. Будем доставать, я надеюсь. Сейчас я возьму вот еще одну тряпку. О! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тут горячо. А с чем пицца твоя? Салями. Салями? Да. А ты же ее не готовила, ты просто ее в духовку поставила. Режь. Сил не хватает. Сейчас мы будем снимать видео на канал Сестрички Лайф.
Это видео будет о наших детских рисунках. Мы покажем, как мы рисовали, когда были совсем маленькие. А видео вы увидите завтра. Так, все, девчонки, сняли видео. Давай стол обратно задвигать. Рисуночки убираем. Давай, ты кусить-то. Осторожно, чтобы вот это не упало. Убери сначала, а то она такая, это... Да. То есть, если она упадет, она пол продырявит точно. Конечно. Давай. Ух. Маргарита стул забыла. Кто здесь? Бонни. Бонюська. Марфучка. Марфучка, Бонюська. Ты тут одна сидела? Ты спала? Марфуша моя. Марфушенька, душенька. Марфушенька, душенька. Давай, все. Не надо. Пойдем. Может, закрыто все. Да подожди. Что? Я не буду тебя в 5. С ума сошла. Она хочет, чтобы я разбудила ее в 5 часов утра. Совсем что ли? Спать надо. Давай, рисовать днем будешь. Все. Давай, все. Мне сегодня надо. Все, отдыхать надо, чтобы потом училась хорошо. Давай. Да вообще уже. С ума сошла. Может, в 4 тебя? Может, вообще спать не будешь? Ой, куда фокус пропал? Да. Все. Хорошо, я знаю, что у тебя день рождения скоро. В четверг. О, бедная. Ну что теперь делать? Учиться надо. Да? Спокойной ночи. Где Бонюсик? У меня под кроватью опять. Она у меня в последнее время под кроватью спит. Не надо, я ее потом сама выгулю. Иди спать. Не хочу. Я сама ее выгулю. Все. Спокойной ночи.